друзья, всем привет из Австралии. Мы зашли тут в один магазин, и я не могла не снять вам для вас это видео. Какие попугаи здесь в Австралии живут. Вот этот черный кокоду с красным хвостом называется Red Tailed Black Cockatoo. Вот этот, смотрите, смотрите, какой смирный сидит, как неживой. Зеленый, тот черный крикун, а этот сидит как неживой, прям неживой. Там вот маленькие попугайчики. Зелененькие. В последнем моем видео на дереве сидели вот эти такие попугайчики. Зеленые с оранжевой грудкой. Вот такие попугайчики. А здесь, смотрите, какой красивый. Интересный. Смотрите, какой. Как из мультфильма. Яркий. Девочка с ним играет. Огромный, огромный. Девочка говорит, это не смешно, а ты отбираешь у меня мою тряпку. Какие классные попугайчики в магазине. А тут для деток сделаны стульчики, чтобы они могли сидеть вместе с кроликами, играть. И сейчас еще покажу здесь попугайчика. Вот тут спят попугайчики зеленые. Клетки маленькие попугайчики. А вот тут огромный белый кокоду с желтым хохолком. Вот, друзья, вот такие вот попугаи разные живут здесь у нас, в северной территории Австралии. Такой магазинчик украсили ветки мишурой для Крисмаса и деткам в радость. Размещается, размещается. Все, друзья, вот такое коротенькое видео сегодня.